Привет, дорогие друзья, это Хоббит Отшельник. Вот и подходит Новый год, даже выпал свежий снежок. И это значит, что великолепный повод начать наряжать новогоднюю елку. Елка у меня уже стоит несколько лет, но в этом году это будет особенная елка. Это будет YouTube елка. А что самое главное на елке? На елке самое главное – это игрушки. И игрушками в этом году будут вещи, которые задействованы в роликах. Например, вот эта клавиатура. Или вот этот замечательный ботинок. Ну а самый главный экспонат на этой елке, это должен быть, конечно же, царь горох. Вот так, дорогие друзья, мы и начали готовиться к встрече Нового года. Всего вам хорошего и наряжайте свои елки.